Всего полгода на строительство. Столько нужно для возведения малокомплектных модульных детских садов до 100 мест. Первый такой построит в селе Зайцево, бывшего Ленинского района. На очереди Тула. Эта мера позволит обеспечить местами в детских садах детей в возрасте от 0 до 3 лет. Реализацию планов обсуждали на совещании губернатора с членами регионального правительства. Профильный министр Оксана Осташко рассказала, что по программе развития образования Тульской области в следующем году на создание дополнительных мест дошкольных учреждений в бюджете области запланировано 100 миллионов рублей. Эти средства направят на ремонт 28 образовательных организаций и создание более 700 дополнительных мест для дошкольников. Также в следующем году введут в эксплуатацию здание детского сада, которое принадлежало РЖД, но в этом году его передали городу. Там продолжаются ремонтные работы. Другое здание детского сада РЖД в начале 2017 планируется передать в собственность Чернского района. В Туле в следующем году планируется завершить строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне Левобережье. Он возводится на средства застройщика. Заработает сад в 2018 году. В любом случае, нам необходимо принимать меры по расширению сети дошкольных образовательных учреждений, в том числе за счет строительства новых детских садов. Для этого требуется принятие программных решений в плановый бюджет на бюджетный период. Вручаю Министерству финансов Тульской области ежегодно, начиная с 2018 года, закладывать в бюджет не менее 150 миллионов рублей, которые будут направлены на строительство или выкуп детских садов.